«Движение против рака» провело 14-й всероссийский форум «Статус доступно». Выбор пал на Самару, поскольку регион делает большие успехи в лечении онкологических болезней. На форуме пациентам рассказали об их правах, как обратиться в другую больницу, как получить качественное лечение и психологическую помощь. Завтра с 9 утра будет проводиться уборка проезжей части по улице Енисейской. Автомобилистов просят убрать припаркованные транспортные средства для качественной расчистки дороги. 12% самарцев возьмут отпуска и отгулы, чтобы продлить их на День защитника Отечества. Желающих увеличить время отдыха среди мужчин чуть больше, чем среди женщин. Чаще отпуска и отгулы берут самарцы младше 34 лет. Губернатор Дмитрий Азаров во время рабочей командировки в Москву принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 129-летию Российской академии музыки имени Гнесиных. Академия активно участвует в знаковых музыкальных проектах на территории Самарской области. Это стало возможным после того, как весной прошлого года губернатор Дмитрий Азаров и ректор РАМ имени Гнесиных Александр Рыжинский подписали соглашение о сотрудничестве региона и академии. В Самарской области электропоезд «Ласточку» заменят на подвижной шестивагонный состав. Как уточнили в пригородной пассажирской компании, это связано с техническими причинами. Изменения произойдут 20, 21, 22, 27, 28 и 29 февраля, а также 1 марта на направлении Самара-Тольятти и Тольятти-Самара. В России могут увеличить сроки выдачи крупных кредитов. Инициативу ввести период охлаждения высказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Предполагается, что между одобрением кредита и выдачей денег должно пройти не меньше 2 дней. За это время заемщик сможет спокойно обдумать свое решение, и если поймет, что оно было спонтанным, отказаться от кредитования. Депутатам Госдумы рекомендовали к принятию в первом чтении законопроект, уточняющий систему оплаты сверхурочной работы россиян. У работодателя появится возможность при расчете оплаты сверхурочной работы исходить из систем оплат, установленных в организации. Таким образом, могут быть использованы как окладная, так и сдельная, бестарифная и другие системы оплаты.